Следующая остановка – Law. Station. Горный воздух. Next station. Law. Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, горцы носят папахи круглый год. Говорят, многоженство у них до сих пор. И живут, говорят, сотни лет дети гор. А еще говорят, что джигит не джигит, если он как трусливый шакал от врага побежит. А еще говорят, что храбрец только тот, кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать восторг. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Говорят, горцы любят шубет, любят халу. А еще они любят шашлык, любят чуду. Говорят, без лезгинки Кавказ не Кавказ. А танцуют они, говорят, просто класс. А еще говорят, что народ этот прост. Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов. А еще говорят, что любовь старика на Кавказе так свято, как учит священный Коран. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный
край.